Гороскоп на 17 февраля. Опасность неправильных решений, которая грозила в первой половине месяца, исчезла, поэтому никто не мешает осуществлению задуманного. Действия Омнов должны быть активными, но скрытными. Трудитесь усердно, и скоро ваши усилия увенчаются успехом. Вероятно, что большой объем работ ожидает тельцов, работников социальных и миграционных служб, гостиничного бизнеса, паспортистов, таможенников, туроператоров. Старайтесь быстро распознавать подвохи и учтите, что сегодня личная инициатива не будет одобрена начальством. Сегодня могут появиться недочеты в уже действующих договорах, недобросовестность представителей власти и юристов. Это негативно скажется на финансовом положении близнецов. Нельзя терять чувство реальности. Благодаря своему упорству и трудолюбию, рак быстро займет руководящий пост и постарается сделать для своих подчиненных все, что в его силах. Шутки в сторону, а вы должны проявить себя серьезным, умудренным опытом человеком. Положение планет направит активность львов в сторону профессионального совершенствования. Оставьте свои мечтания на вечер. Вероятно, ваши мысли заняты увлекательными идеями и новыми планами, но от служебных обязанностей никуда не денешься. Сегодня затормозится продвижение дел, могут прерваться контакты и связи, на которые девы делали ставку. Наберитесь терпения, не реагируйте слишком эмоционально на происходящее, не драматизируйте мелкие неприятности. Успех все равно будет с вами. Бизнес весов в целом будет успешным благодаря дружеским связям и неформальным договоренностям. Вашим планам будет сопутствовать удача, однако вам следует проявить бдительность. Партнеры могут действовать не в ваших интересах, за вашей спиной. В первой половине дня скорпионам можно рассчитывать на помощь от одного из родителей или друзей. Не отказывайтесь от помощи по причине своей гордыни. Поверьте, что помощь близких спасет вас от тяжелой зависимости. Склонность стрельцов к спорам и конфликтам может серьезно помешать их дальнейшему продвижению по службе и профессиональному росту. Не идеализируйте свое окружение. На вашем пути могут попадаться чванливые люди или самовлюбленные эгоисты. Звезды позволяют козерогам предвидеть ситуацию. Мир зеркален. Убив дракона, мы сами становимся драконами. Победить зло насилием невозможно. Надо добраться до сути, до причины зла и устранить ошибку, перепрограммировав зло на добро. А водолеи могут оказаться перед проблемой выбора подарка. Постарайтесь не покупать вещи экзотические, чужеродные для культуры того, кому они предназначаются. Сами с осторожностью принимайте подарки от иностранцев и иногородних людей. Вероятно, любая проявленная рыбами инициатива обернется заметным успехом, поэтому смело планируйте самые важные встречи и мероприятия. Если вы давно хотели изменить существующую оплату вашего труда, то сегодня самое время сделать шаги в этом направлении.